Новое радио Awards. Остановитесь! Прекратите! Остановитесь! Стойте! Стойте! Что вы тут устроили? Это премия «Новое радио Awards». Вы танцуете, как будто бы Киркорову в балет хотите попасть. Идите отсюда. У вас для Киркорова слишком мало перьев торчит из трусов. У вас вообще нет перьев. Это нитки. Вообще все это место — это не место для слабаков. Это переформатированная премия «Новое радио». За дело возьмусь я. Лучший переформатор России. По версии моей матери, этого достаточно. Я вижу недоумение в ваших глазах. Вопрос, кто ты такой? Я отвечу, я никто. Они даже не поместили меня на афишу мероприятия, которое я веду. Но бог им судья, я их не виню. Я начну и без этого. Мы можем начинать! Дамы и господа! Добро пожаловать на самую актуальную музыкальную премию России! Только хиты и только звезды шоу-бизнеса. Вы можете не включать эту фигню? Это стрёмно, это не вовремя долбит. Правильно же? Пускай они делают то, что я им говорю. Поэтому прямо сейчас включите свет. Сколько много людей. Прекрасно. Так, если вы сейчас снимаете все это на телефон, выходите из телефонов, потому что здесь намного прикольнее, чем в ваших телефонах. Я объясню. У нас есть экран, который в разы лучше, чем ваш экран. Посмотрите, вот он! Он может трансформироваться в разные фигуры. Это сейф. Это кубик Рубик. Пятиэтажка. Девятиэтажка. Ну вы поняли. У нас есть свет, который мы вкручивали здесь часами. 5000 лампочек, покажите. Обалденно. Сейчас ослеп гуф в зале. Теперь будет сниматься вообще во всех клипах. Это еще не все. Звук! У вас в телефонах маленький динамик, а здесь покажите, что мы имеем. Это еще не все. В телефоне у вас максимум 3 камеры. Сколько камер у нас? Смотрите. 1, 2, 3, 4. Я могу говорить здесь, 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 здесь. Во! Вот здесь! Сними немножко контента для РЕН-ТВ. Ага. В ваших смартфонах есть смайлик. Когда вы отправляете кому-то смайлик, например, вы пришли сегодня сюда и отправили, было так классно, огонь. У нас огонь настоящий. Покажите его! Воу! А еще! Дайте еще! Воу! Воу! Мы обожгли усы Николаеву. Короче, мы потратили огромное количество сил, организаторы потратили огромное количество денег. Они не экономили абсолютно нигде, кроме одной вещи — ведущей. Позвали карлика. Я его заменяю пока. Так как мы продвинутая премия, мы будем доставлять артистов сюда через специальное приложение. Итак, я звоню. Алло! Алло!
Это доставка. Доставка горячих хитов нового радио. Это ВТБ я привез. Потом проверим на коронавирус. Ладно, мало ли. А что вы привезли? Я не знаю, я доставка привез я. Что написано на коробке? А написано «Скибиди». Вы в коробку пальцем не тыкали? А, нет. Точно? Один раз. Как вы поняли сейчас, к нам выйдут те, кто заставил дрыгаться детей перед камерой больше, чем Грачевский. Уже легендарные Little Big! Группа Little Big из Санкт-Петербурга. Громче! Вы готовы к рэву? Громче! Руки, руки, руки! We'll be right back.
Отлично. Play with me.
Ну что, потанцуем? Не-не-не-не-не. Извините, я хотел спросить. Ну что, потанцуем, а? Громче! Banana man.
Спасибо большое. Аплодисменты, девочки! От души спасибо большое. Ну что, покричим? Мы сегодня будем вручать самые главные музыкальные премии России. Лучших выбирали лучшие представители индустрии, продюсеры, композиторы, музыканты и клипмейкеры беспристрастным голосованием определили по итогам прошедшего года. Вручать первые три премии «Новое Радио Awards» будет амбассадор интеллектуального и интеллигентного нашего шоу-бизнеса. В определенный момент в нашей стране многие мужчины начали заниматься спортом, купили дорогие машины, даже начали многие хорошо подстригаться, но тем не менее это им не помогло, и Вера Брежнева выбрала его. На этой сцене лучший музыкальный продюсер 21 века Константин Меладзе! Лучший артист. Дима Билан. Макс Барских. Сергей Лазарев. Тима Белорусских. Сергей Жуков. По результатам голосования, кстати, вот послушайте, это очень важная вещь. По результатам голосования одинаковое количество голосов получили сразу два исполнителя. И организаторам премии пришлось проводить новое голосование, где участвовало два
финалиста. Это беспрецедентно для России, когда еще у нас в стране бывает второй тур голосования. Итак, с особой радостью сообщаю вам лучший артист Дима Билан. Дима Билан выглядит блестяще. К сожалению, Дима находится в туре по Германии. А это не ты? Нет, это не Дима. Я думал, так сапоги меняют людей, а нет. Да, да. Спасибо всем, спасибо, Новое Радио. Переходим к следующей номинации. В ней представлены невероятно талантливые и красивые девушки. Новое Радио Эвуар. Лучшая артистка. Зиверт. Полина Гагарина. Марув. Мари Краймбрери. Кто за кого? Вау! Итак, лучшая певица. Коротко и ясно. Зиверт. Вот это я понимаю. Я хочу сказать большое спасибо в первую очередь вам, любимые люди, любимая публика, слушатели, за то, что проникаетесь этой музыкой, этим посылом, который я хочу всегда вложить в эту музыку. Спасибо! Блин, это классно! Браво! Новый прошу! Кстати, я когда смотрел на нее, у меня сразу вспомнилось физра, упражнение на канатах. Константин Штаевич, мы уже с вами достаточно давно знакомы, уже две номинации, и для меня это достаточно долгий срок, и я предлагаю как-то перейти на короткую ногу, ну, на более близкое общение. Можно я спрошу вопрос? Костен, скажи, пожалуйста, а Валера реально твои вещи донашивает? А? Понятно, не заложилась дружба у нас сразу. Я со своими неловкими вставками просто продолжу рассказывать, что же у нас дальше. А у нас дальше номинация «Лучшая группа». Новое Радио Эвуар. Лучшая группа. Артик и Асти. Филатов и Кэрос. Би-2. Гаязов с Бразерс. Камали и Наваи. Номинантов вы все видели. Как вы сильно завизжали от Би-2, это было уникально. Итак, лучшая группа. Хамали и Наваи. Да, мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себя намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Парни, поздравляю. Я найду себе совсем другую. Привет, давай молодцы. Всем большое спасибо. Мы хотим поблагодарить наших слушателей, ведь артист существует до тех пор, пока у него есть слушатели, которые с радостью слушает его песни. Спасибо вам большое. Спасибо всем большое. Спасибо за любовь. Мы вас всех очень любим. Сейчас сюда выйдет Баста. Баста — серьезный мужчина. Он прошел через многое. Успех, творческая депрессия, драка в таксопарке с семью таксистами. И все это только сегодня. На сцене премии «Новое Радио Эвордс» легендарный и всеми любимый Баста! Добрый вечер, дорогие друзья!
Когда я смотрю на небо, я летаю, мама. Знаешь, я хочу услышать, как Москва мне подпевает. И меня несет бездонной пропасти. Эй, Москва, мать, за все прости. Из окна, как из трубы, валит дым. Навсегда меня запомни, мой молодым. Я наверх, без кнопок лифт. Я в лифт. Как-то я смотрю на небо, я летаю, мой сегодня. Слава Богу, не убит. На врага вот так уклонит пьяный командир. И там опять война за мир. Сердце примет пулю, как родную. Но эту песню любую я о том, как встретил смерть свою, бою я. Эй, за тебя бою я. Но когда я смотрю на небо, я летаю. Я бы позвонил тебе, но знак номер звонит. Хотел сказать, прости, подвел тебя, не сдал экзамен. Помни нас, над мой небеса связали, умой лицо слезами. И целый мир замер, и вся жизнь перед глазами. Я не чувствую, как замерзаю. Ухожу я, мама, небеса позволи. Следующая песня называется «Раз и навсегда». На ней всегда мы снимаем видеооткрытку. Можно будет поднять руки и покачать справа налево. Готовы? Справа налево. Я уже давно забыл тем, кем ты хотел.
хотел стать, я давно уже был. Я по небу ходил, я трогал солнце руками, я оставался живым. Когда все умирали, я время выдумал. Я был творцом снов, я превращал мечты в реальность, милостью богов. Я был свободным рабом, я был рабом свободы. Я был великим царем, мне поклонялись народы. Хотел быть богом, но к чему мне напрягаться? Если падал, то с небес дождем взрывался. Я разбивался на тысячи мелких частиц. Я собирался по частицам стаи птиц. Много знакомых лиц, много красивых слов. Среди моих друзей немерено врагов, немерено богов. Среди простых пацанов. Вот музыка без нот, стихи без слов. Давай! Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только мои мысли, здесь только ты и я. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только твои мысли, пусть я был. Я изобрел машину времени и двигался во времени в обратном направлении. Я строил пирамиды, я видел Атлантиду, потерял себя в садах Семирамиды. Я был лишен любви, я был забыт людьми. Я прожил много жизней, находясь в пути. По Млечному пути бродил, собирая звезды, дышал водой. Вода была как воздух, во мне серьезно думал, что я умею летать. Мне говорили, это глупо, но мне было плевать. Мог не спать ночами, находясь в тумане. Я курил свободу самим Бобом Марли. Я убегал от печали, прикрывшись облаками. Когда другие смеялись, меня не замечая. И я, оказавшись в начале, все начинал с конца. С первыми лучами солнца с чистого листа. И вам удачи! Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только мои мысли, здесь только ты и я. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только твои мысли, и больше нет меня. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только мои мысли, здесь только ты и я. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только твои мысли, да и солягу больше нет. Спасибо большое. Я хочу на эту сцену пригласить замечательную Дашу Яльну. Мы споем песню «Давай так зажигать». Поехали! Дай шума! Йо. Яна. Давай,
fire, fire, fire. Утетает все, у меня есть план. Я поджигаю тебя, и мы горим дотла. И закричи гитара, раскрути барабан. Один патрон у твоих, детка, давай играть. Вся моя жизнь во сне не существует наяву. Сними мое кино, мистер Голливуд. Ты хочешь зажигать, тебе нужен огонь. В твоих больших зрачках горит больная любовь. Я пью до дна, я брошу целую. Твои зубы пью еще по чузы счету. Мы бежим отсюда, ты супер, ты хочешь быть лучше. Ты лучше, я в душ, смываю тебя, себя лепки. Вот красная помада, потекшая душ. Я в этом мире, мигрант, я ненадолго. Ты убиваю плюс, ненадолго и надолго пропаду. Давай ты расскажешь потом о том, как мне правильно жить. Еще немного порока, детка, подожги меня. Да, если помнишь ты. Руки всех! Да, если помнишь ты. Да, если помнишь ты. Правду ведь я тебе нужна. Поэтому скажи мне, что мы не доживем до утра. Сгорай в этом пламени, не бьем всю для меня. Выползу на сцену, мистер, много виски. Я спою тебе, и мы потом зависнем. Я наяву вижу кошмар, эти злые сны, знаешь. Я в них сгораю, мне не дает остыть. Мой стиль один в отеле, тени, тени. Он спит и кричит, тот, что включенный старый телек. По столу крадется снежный, нежный колумбийский барс. Кладни голову в раскрытую фантазную пасть. Жизнь как фарс, мистер, о, звезда, звезда. Придорожный кафе, его старый преданный фэн. Она танцует перед ним, он играет как бог. Носит соло, летят с ней, разжигая огонь. Дай мне свое имя, принадлежит мне. И хоть один раз за эту ночь скажи мне. Все идет к тому, что до утра нам не дожить. Проливные дожди будут тушить этот пожар потом. Ты что, ручки готовы? Знать, если помнишь. Давай танцуй же как будто мы не доживем до утра. Давай танцуй же как будто мы с тобой не дожим до утра. Давай танцуй же как будто мы не доживем до утра. Давай танцуй же как будто мы с тобой не дожим до утра. Спасибо большое! Сейчас мы споем песню, называется «Чистый кайф». Давай, поехали. Сейчас можно обнять человека, с которым вы, молодочек, вы с кем пришли? Вот, обнимитесь, пожалуйста. Пришли с любимым человеком, об любимого обнимите. Если с другом пришли, друга тоже обнимите. И не, но не мните, но не мните. Обнимашки все сделаем сейчас, давайте все, все. Если даже кого-то не знаете здесь, обнимите, ну можно обняться за плечи. Супер. И на ушко скажите, ты рядом со мной, это самый чистый кайф. Несложно, да? Слова несложные, можно будет спеть все вместе.
рядом с мной, это самый чистый кайф. Она сказала мне, ты рядом с мной, это самый чистый кайф. Все вместе еще поем. Ты рядом с мной, это самый чистый кайф. И рядом со мной, это самый чистый кайф. Все вместе еще. И рядом со мной, это самый чистый кайф. Все. Она сказала мне, я застеснялся. И рядом со мной, это самый чистый кайф. Я сказал в ответ. И рядом со мной это самый чистый кайф. Ну что, ручки готовы? Поехали! Нам завидует весь мир. Сентиментальная, куда ж без нее? Сердце бьется, как рыбка угодившая. Все эти три воскресенья назад я встретил тебя и обрел бессмертие. Это нарастает с геометрической прогрессией. Тебе не до сессии, мне не до песен. Все просто, мы вместе. И под замком дома мама сказала, завтра экзамен. Но бременский музыкант украл принцессу из замка. План перехват, но нас не догнать. Мы далеко, мокрый асфальт, светит фар. Час новое радио, вы рядом со мной, это чистый кайф. Желаю вам хорошей весны, большой настоящей любви. Будьте счастливы, улыбайтесь. Спасибо, радио. Спасибо большое. Эй, я.
Советуют, братья, пора завязывать. Мол, в жизни важны мазы и материальная база. А у тебя взятая кредит, ведь тайный раз черная Мазда. Эти аэропорты, вокзалы, трассы. Ну каждый знает, если пасно на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит. И если даже погаснет звук, сгорят децибелы, ты знаешь, я лучше сорву связки, чем тормозну концерт. Плевать не на окраинах или в центре, в маленьком клубе или на серьезной сцене. Перед сотней человек или перед двумя тысячами, исключительно в качестве, независимо от количества. У меня брички, блинчики с правильным рэпчиком. У меня речи много непонятных словечек. Сведения, мастеринг, компрессия, стерео. Мама твердит, мол, твои сверстники давно семейные здесь. Здесь неизлечимый трудоголик, фанатик. Если по дюне сделал хотя бы биток, вечеру ломает. Тот, кто меня знает, без сомнения скажет: он, то есть я, с этим, то есть рэпом никогда не завяжет больше. А мне там свинцового губа. Где все те последние рассветы? Она там свинцового купола, на улицах урвана, по песню, что нами придумано. Речи бьютофол бударом, надутые губы, шутеры с гламурными, перенапудренными дурами. Колумбия тебе придают крутости, глупости, горегнуть пальцы, пупсик, встретимся на улице. Мне говорят, мол, надо завязывать, я убиваю глаза PlayStation на большой плазме, месяцами зависаю в студии на газе. Она мне названивает, мол, давай домой завязывай, ну. По жизни много соблазна, возможность быть пластыным властью, стать бескрепетной мразью, петь на праздниках прокинувшей солянки и приземляться за звание, титулы и рамки. Мне говорят, братка, время завязывать, нужно зарабатывать, копить, вкладывать, нужно быть терпимым, научиться сглаживать углы. Если вдруг стану таким, я буду вынужден уйти. Вон этот завязывал с рэпом, дважды не вышло. Мама верит, что завяжет однажды Москва. Мне 39, но для меня остается важным быть первым и реально первым неподдержанным. Утисти памятник, став совместные песни, им вне зависимости от крепости жести, оставаться вместе. Все, что у меня есть, ставить на карту, знай, родной, я со всем этим завяжу, но вряд ли здесь. Купола, в центре бесследного урбана, которая выбрана, чем последний раз. Тот нам свинцового купола, на улице Курбана, а песню, что нам и придумано, куда где встретим последний раз. Тот нам свинцового купола, в центре бесцветного Курбана, дорога, которая выбрана, куда где встретим последний раз. Тот нам свинцового купола, на улице Курбана, подпись, что нам и придумано, туда, где последний раз. Спасибо большое, Москва, всех обнял! Туда, где последний раз. Давайте сыграем еще песню. Мы на наших концертах традиционно просим людей зажечь фонарики на своих телефонах, чтобы получилось звездное небо. У кого есть желание, зажигайте. Мир переверни, небо обрати. Когда мы в Роске в каждом черновике, учитель продолжается в своем ученике. Низкий поклон нашим учителям, нашим родителям, самым лучшим мы. Мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. И вам этого желаю, чистого сердца, любите, будьте счастливы. Дай нас
поздно спасать, поздно лечить. Бывает, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Давай споем! Все нормально.
будто кровь из носа. Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть, и все нормально. Просто стало вдруг темно, на юге стало голодно, на севере тепло. Остался я один сам по себе, сам за себя. Остался только Бог, который смотрит на меня. Я много раз ошибался, делал что-то не так. Но я вставал и делал следующий шаг. Я верил людям, которым верить нельзя. Они пользовались этим, но поверьте мне, зря. Были люди, да, на которых мог я опереться. Чистым сердцем помогали мне они. Но мои враги хотели смерти для меня. Но я разбил их планы, ведь это моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, и цель одна. И еще моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни. Несут тебе боль, разочарование. Минуты страха, минуты отчаяния. Люди от боли, лишь боги сходят с ума. Ну кто-то скажет равнодушно, такова судьба. Кто-то играет в игру, забывает о правилах. И поздно понимает, что фортуна его оставила. Кто-то правила игры подстраивает под себя, чтобы победителем быть всегда. Но в игры играют дяди с большими пушками. Связываться с ними — это не игрушки. На мушке окажешься ты в один миг. Типа выстрел, останется лишь крик. В игры играют дома, а там, где тепло. Играют в шашки и в шахматы, в домино. Но я играю в игру, она моя. Она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, цель одна. Если хочешь играть, играй. Если хочешь летать, лети. Еще раз поем все. Москва! Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, и цель одна. Спасибо! Следующая песня — это медленный танец. Можно пригласить друг друга на медленный танец. Ну что, поем? Мурлычок, чтобы ты плакала, звучали все одинаково. Пусть банально и метанал. Только вы не танцуйте вдвоем, вы что? Не обнялись сразу. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот 18 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Мурлычок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат мы все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты красиво платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. Мой глаз она зашла, и сразу понял я. И купидо мне в сердце не стрелой удала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь, Юлия. И вот я словно тень плетю за Юлей. Амурных людях, а подойти боюсь я к Юле. Вдруг она меня не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь лишь так на двоих у меня с Юлей одна фамилия.
И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не крутится. Но как-то утром я решил сделать первый шаг. Купил цветы под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классе, и не одна пришла, а под ручку одноклассника мы ударились о землю небеса. Эй, и тогда я написал, Юля, ты ничего, чтобы ты не заплакала. И пусть звучат они все одинаково, звонай на имя талант либо. Но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты красиво платится. Вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться. Черту завален учебный процесс. Папа с мамой в стрессе весь болезненный. Потерял 200 килограмм 10. Не пьет, не ест место. Конспекты пишет песни. Песни о своей принцессе. Ты с руки моя могила. И мы с ним кровные враги. Юля, потому что не со мной, я с ним. Юля, Юля, пусть их рассудит пуля. Я перемотаю пленку 20 лет назад. Гитара, бас, барабаны, старый автобусал. Свалены экзаменами одного предмета. Я не стал 100 репетиций. Перед тобой поил, как рок-звезда. Я в эту песню не сумел вместить всех своих чувств. Но на всю жизнь я заучил эти четыре стишки наизусть. Ты так и не узнал, что я тебе посвятил эти стихи. Мой самый первый трек из них. И цифры из книг. Юля, медлячок, чтоб ты плакала. Звучат они все одинаково. Пусть банально имеет лайкова. Но как шумел, но я разыгралась бы. Выпуск твой, ты красивый платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Медлячок, чтоб ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и неталант. Но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпуск твой ты просил убраться. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл и спел. Спасибо большое, друзья, что послушали. Будьте счастливы, оставайтесь молодыми навсегда. Берегитесь друг друга и учитесь хорошо. Пока! Вася, тебя любят здесь все! А мы готовы продолжать. На премии «Нового радио» у нас нет короля эстрады, у нас нету ферзя попсы и нету пешки хип-хопа. Потому что у нас здесь есть что-то намного круче, масштабнее, интереснее. У нас есть королева рока Диана Арбенина! Медлячок, чтобы ты заплакала. Я так люблю басту. Я так сейчас оторвалась. Круто и... было, да? Круто. Давай вручай. У нас сегодня здесь будет несколько премий. Вы их будете сейчас вручать. Одна из них — это лучшая коллаборация. Это когда два музыканта делают что-то такое общее, одно дело. Одно. И потом не едут рожать в Майами. Это другая история. Это если повезет, я думаю. Это точно. Новое радио Эвуар. Лучшая коллаборация. Артик Асти и Артем Качер. Грустный дэнс. Филатов и КРС и Бурито. Возьми мое сердце. Элджей и Эра Эстрафи. Сайонара, детка. Амчи и Терновой. Прочь. Я принимала участие в голосовании. И я голосовала именно за этих ребят. Арктик, Асти и Артем Качер. Под грустный дэнс.
Артем Качер. Артем, иди сюда быстрее! Держи. Скажи что-нибудь нам. Я хочу сказать огромное спасибо за эту награду. Она очень ценная. Коллаборация года — это очень много значит. Спасибо всем большое. Спасибо группе Arctic и Asti, которые сейчас за кулисами, они сейчас будут выступать. Спасибо ребятам за такой дуэт. Новые радио Awards. Вот она, вот она. Переходим к следующей номинации. Она довольно необычная для радио. Дело в том, что нас смотрят, и поэтому это будет лучшее видео. Из всего разнообразия клипов в интернете мы выбрали 4 самых лучших, и из них выберем самого лучшего. Новое радио Awards. Лучшее видео. Зацепило меня. Артур Пирожков. Зацепило. Режиссер Сергей Грей. Little Big. Скибиди. Режиссеры Алина Пязок и Илья Брусикин. Группа «Ленинград». «Кабриолет». Режиссер Анна Пармас. Попу как у Ким, попу как у Ким. Настя Каменских. Попа как у Ким. Режиссер Леонид Колосовский. Беспристрастное жюри во главе с Аланом Бадоевым выбрали абсолютно лучший клип. Мы подключили Алана к компьютеру, он снял нам специально видео. Привет, друзья! Я уверен, там вас очень много. Одна из любимейших для меня номинаций – «Лучший клип года». Мы посмотрели огромное количество клипов, которые зритель в интернете смотрел максимальное количество раз. Лично для меня главный критерий был – это режиссура. Когда ты смотришь клип, и тебе все время интересно смотреть. Многие клипы в числе представленных мне нравились. Но именно эта работа, она на той грани, когда любой зритель может его оценить. Когда точно очень выигрышно и необычно представлен артист. Я желаю удачи победителю и желаю всем, чтобы в следующем году все еще больше старались победить в этой номинации. Пока. Диан, ну что? Кто же? Томить не буду. Ну, конечно, Пирожков. Зацепила. Режиссер клипа Сергей Грей. Это большая победа. Спасибо огромное новому радио. Спасибо всем, кто смотрел, всем, кто нажимал лайк. Давайте, друзья, поаплодируем этому парню. Это Сергей Грей, который снял это видео. Режиссер. А это Денис Панов. Глаза этого клипа — это оператор. Я считаю, что «Зацепило» — это лучший клип 2019 года. Если вы со мной согласны, поаплодируйте. Спасибо большое! Сейчас предстоит открыть конверт. И мы скажем честно, вообще продюсер — это самая трудная, наверное, профессия в шоу-бизнесе. Новое радио Awards. Лучший продюсер. Little Big Family. Проект Little Big. Сергей Шнуров. Проект Ленинград. Эльман. Проекты Джонни, Андро, Эльман. Сергей Жуков. Проект Руки вверх. Александр Кауфман. Проект Тима Белорусских. Итак, Диан, предстоит тебе открыть конверт, и там мне письмо от ГИБДД. Я его уже открыла, ну. Там мне штрафы от ГИБДД, там имя человека, которому мы вручим штрафы от ГИБДД. Жуков, отличный, отличный. Я с вами абсолютно, девушки, согласна. А, я посмотрела, кто здесь. Секундочку. И такая подсказка. Сегодня
Этого артиста и этого продюсера я впервые увидела на этой сцене. И они мне дико понравились. Может, потому, что они очень умные и при этом очень стебовые, а может, потому, что они из Петербурга. Little Big Family. Красавчики! Little Big на сцену, наши любимые! Ля-ля-ля, это же волк из «Ну погоди». Спасибо большое за эту награду. Для нас это действительно очень важно, признание. Алина Пязок, продюсер Little Big Family, Денис Глазин, продюсер, и Илюха Прусикин, продюсер. Спасибо! Ура! Вот она, хорошенькая. Ну что ж, сейчас на эту сцену один за одним будут выходить те артисты, кто еще помнит вкус доширака. Те, кто еще не забрал трудовую книжку с прошлой работы, кто минут 10 думает заказать такси эконом или все-таки рискнуть на комфорт. Мы начнем череду фрешменов свежей крови! Новый радио Awards. Артикасти. Под гипнозом. Ты знаешь, пускай я больше не летаю, он мой главный кайф, я без него пустая. Кричала, что не прощу и не пущу на порог, но он зашел за черту, а я позволила вновь. Смотрит, как раньше почти, влюбленными синими, я вновь сбиваюсь с пути. Мама, спаси меня, я не хочу назад, но так хочу к нему. Он смотрит в мои глаза, а я не верю ему. Но сердце на куски, и все горит. Но делаю вид, что мне все безразлично. Я знаю, надо спасаться, ведь это замкнутый круг. Я соблюдаю дистанции, только плывет все вокруг. Смотрит, как раньше почти, влюбленно неискренне. Меня уже не провести и не спрятать истины. Я не хочу назад, но что же так тянет к нему? Он смотрит в мои глаза, а я не верю ему. Но сердце на куски, еще горит огнем. Меня прости, а я тебя потом. Так близко, что опять накрыло. И что-то тянет с новой силой. Раз я смогла упасть, смогу и встать с колен. Я разрываю связь, не зоны, а абонент. Ответа мне ты не вопрос. Снова дне, ведь без тебя меня нет. Как оказались на дне, мы же летели наверх. Я тебе снова звоню, опять на ножах. Ты снова молчишь, будто чужая. Теряли ключи от нашего рая. Но это жизнь, так уж бывает.
А помнишь, как мы любили друг друга, клялись в чувствах навеки? И не представляли, что называть сможем других родным человеком. Смотрю на тебя и знаю, что в жизни есть одна только правда. Я буду твоим вчера, сегодня и завтра. Но все это на куски, и все горит огнем. Меня прости, а я тебя потом. Так близко, что опять накрыло. И что-то тянет с новой силой. Раз я смогла упасть, смогу и встать с колен. Я разрываю связь, не зоны, а абонент. А ответа нет и нет вопросов. Но я как будто под гипнозом. Нилетто. Любимка. 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 И прости, трачу. И прости, трачу. Всего себя на тебя. Время пострелять. Между нами пальба. Сердце остаешься там. И просто трачу свой прайм на тебя, 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 тебя. И просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя. И просто трачу себя, не пиздачь в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба. Я дождь, дождь, я тратил себя под я табельный став пустыня, чуть не погибал дым. Я просто трачу свой прайм на тебя, 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 тебя. Я просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя. Время пострелять, между нами пальба. Сердце стоишься там, просто трачу себя, и просто трачу себя, всю себя на тебя. Время пострелять, между нами пальба. Попадай, сердце остаешься там. И просто трачу себя, и просто трачу себя, всю себя на тебя. Для мне нужен скайлайн, чтоб отсюда слинять. Между нами контра, это Mortal Kombat. Ты вампир, я Блейнпа, первым он без слова. Давай на ТТТ, все, ты и быть ТТ. Что? Ты, ой, слил, слил. Где же ты, где? Я тратил себя в ГТ. Я добил, сдав пустым. Я чуть не погиб молодым. Пусто, пусто. Плачу, все, прыгаем! Время пострелять, между нами пальба. Попадай, сердце стоишь сюда, любимка. И просто трачу себя.
Музыка привела нас сегодня сюда. Я надеюсь, что музыка приведет нас еще к чему-то большему. Обнял вас. Новые Radio Awards. Котмос и Настя Кудри. Прости. Прости, я полетел, не бывает без потерь. Кто-то станет тебе всем или никем. Прости, я полетел, я не этого хотел. Кто-то станет тебе всем, а я не сумел. Снова осень, меняет тональность мелодии. Снова осень, а я тебя так и не бросил. Спросишь, какого? Все под вопросом. А я на тех же симптомах, даже под допросом. О том, кто мы и что мы, зачем эти вопросы. Ты поделила мой мир на до и после. Ты знаешь, свободна твоя половина кровати. Я не понимаю, как на ней спать теперь. Пускай мы уже сдались и продолжаем на без аплодисменты. Но в чем смысл? Мы без границ. Ты же не про буддизм. Мы здесь одни. И как дальше жить? Я не понимаю смысл этой канители. Когда я просыпаюсь в этой холодной постели. Без тебя нет места для меня. И все равно я все отдам за тебя. Прости, я полетел. Не бывает без потерь. Кто-то станет тебе всем или никем. Прости, я полетел, я не этого хотел. Кто-то станет тебе всем, а я не сумел. Прости, я полетел, не бывает без потерь. Кто-то станет тебе всем или никем. Прости, я полетел, я не этого хотел. Кто-то станет тебе всем. А помнишь, на Басманной от нас друзья устали. И мы бежали в спальню, было так нереально. А помнишь, наша Сохо, вокруг все тёлки сдохли. Кому из нас домой не возникало вопросов. Я хочу пиццу. Ты опять мне снишься. Я хочу пита. Но мне не напиться. Мы хотели даже. Когда тотально мажет. Это ненормально. Но кто нам что скажет? Я хотел бы до конца все довести. Я не знал, что нет пути мимо этой пропасти. Я хотела до конца одна пройти. Как и ты, надо есть и за это себя прости. Прости, я полетел, не бывает без потерь. Кто-то станет тебе всем или никем. Прости, я полетел, я не этого хотел. Кто-то станет тебе всем, а я не сумел. Прости, я полетел, не бывает без потерь. Кто-то станет тебе всем или никем. Прости, я полетел, я не этого хотел. Кто-то станет тебе всем, а я не сумел. Спасибо, друзья, спасибо всем. Спасибо премии «Нового радио». Новые радио Awards. Зиверт. Кредо. Если не по себе, значит не с тем, значит не там, наедине. Шум, пленки, кассет, обратный билет. Молча уйти, так будет проще все. Пишу кратко, непонятно. Причесал сам свою правду. На пол жемчуг, мне не легче. Этот вечер бесконечный, каждому по факту. Рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту. Рядом нужен человек. Это так абстрактно, это бабочки эффект. Каждому по факту. Рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким.
мечты. Если в сердце общежитие, мне не место, мне не быть там. Если не по себе, значит не с тем, значит не там мы наедине. Шум от пленки кассет, обратный билет. Молча уйти, так будет проще всем. Каждому по факту рядом нужен человек. Но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек. Это так абстрактно, это бабочки эффект. Каждому по факту рядом нужен человек. Но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек. Хамали и Наваи. Прятки. Всем привет! Еще раз. Давайте все вместе споем. Давай мы с тобой сыграем прятки. И я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем счастье. И я с тобой играть не буду. Ведь ты кричала в телефон, иди влюбись в другую. Ну а как же я влюблюсь, если она не ты? Ведь они не ты. Весь этот мир не ты. Весь этот мир не ты. И, ну зачем же я в тебя влюбился? Ну зачем мне это надо было? Твоя вечная любовь так мало длилась. Твоя вечность о любви имеет срок. Все вместе! Да, мы с тобой сыграем прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Какие тёлки, одни морозы. Какие розы, шипы да занозы. Я заторчал тобой всего лишь дозу, дай себя. Пока совсем не стало поздно. Я погибаю, умираю, сильно скучаю. Но больше к тебе не ищи меня, я. Не люби меня, не беру. Еще раз вместе. Давай мы с тобой сыграем громче. И я тебя. Я найду себе. Что? Я найду себе совсем. Да, мы с тобой сыграем прятки. И я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем прятки. И я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем. И еще раз все вместе. Давай мы с тобой сыграем прятки. И я тебя искать не буду. Я найду себе. Вместе! Всем спасибо. С вами были Хамали и Наваи. Спасибо всем большое. Yeah.
Gayasov's Brothers. Увезите меня на Deep House. Айо, Москва! Здесь можно потанцевать. Я. Давай. Давай. Как минимум мне нужен минимал. Я слишком близко эту ночь. К сердцу прижимал. Как минимум мне нужна Меган Фокс. Она запрыгнет в мое сердце на танцпол. Ее за руку потяну, как трос. А в голове мороз, я ею замороченный. Я сам не свой сегодня к черту одиночества. Танцуй, как последний раз, и демоны из глаз. Дура, любовь и мразь, а в сердце замер бас. Приходит пятница. Под этот техно стал звук, сплошная матрица. Я подкачу к тебе быстрее, чем инфинити. Че? Везите меня на Deep House. Вы меня все за, я хочу на баре. Спасибо, Москва. Ждите в 2020 году больше хитов от Gayasov's Brothers. Спасибо! Сейчас вместо молодых ребят на этой сцене сюда поднимутся легенды эстрады в номинации... Новое радио Award. Номинация «За вклад в развитие музыки». Во время всех праздников, а сегодняшнее мероприятие можно назвать праздником, как правило, выносит торт, из которого выскакивает человек. Мы пошли дальше, и сейчас сюда выйдет человек, в котором находится торт. Тот, кто вообще придумал все это, генеральный продюсер нового радио Роман Емельянов. Ром, привет. Ну, во-первых, хочется сказать, что вся команда, которая работает над проектом «Новое радио», мечтает о том, чтобы в России были только хорошие радиостанции, хорошая качественная музыка и честные премии, такие, как сегодня. И я хочу сказать спасибо большое вам, слушателям, зрителям, всей команде «Новое радио» и всем музыкантам, которые приняли участие и в голосовании, и сегодня в концерте, за то, что мы стали на шаг ближе к мечте. Спасибо большое. Мне выпала честь назвать имя, которое станет лауреатом в этой номинации. И надо сказать, что это единственная номинация, которую мы, команда «Нового радио», в отличие от всех остальных, где голосовало жюри и голосовали слушатели, определили сами. Но мне кажется, что в этом году, когда лауреату стукнуло 60 лет,
А на Новый год он получил подарок в виде звания народного артиста России. Других вариантов все равно нет, и если бы голосовало жюри, выбор был бы точно таким же. Игорь Николаев. Игорь Николаев. Ну что сказать, я как тот граф Дракула, который пьет кровь уже очень многих поколений. Я очень счастлив, что ваши дедушки, бабушки, мамы, папы, а теперь и вы смотрите на меня, слушаете меня и, надеюсь, любите мои песни. Спасибо, Новое радио! А подарите что-нибудь нам в ответ. Да с удовольствием. Вам спеть песню из моего репертуара какого века? 19-го, 20-го. Ну давайте так громче, какую песню? Игорь Николаев и Эмма М. Выпьем за любовь. Из глянца хотят все казаться красивым, счастливым. Кто на розовом, кто же в радуге, что без цвета. А мне по барабану, кто в чем абсолютно во что-то одет. Я выхожу и чувствую прилив мотива. Вид наполняет импульсами эндорфин. И пузынят бокалы мы без лишних слов. С тобой выпьем за любовь. Одна сила, поцелую до дрожи, след на матовой коже. Сердце так барабанит, приятно стучит в один ритм похоже. Я подхожу и чувствую прилив мотива. Вид наполняет импульсами эндорфины. И пузынят бокалы мы без лишних слов. С тобой выпьем за любовь. Еще есть одно имя человека, который выйдет на эту сцену. Я сейчас буду говорить все его регалии, а вы должны угадать, кто же это. Итак, внимание, продюсер.
телеведущая, блогер, телепродюсер, музыкальный продюсер, создатель «Гном Гномыча» Яна Рудковская, конечно! И у нас будет сейчас следующая номинация. Новое радио Эвуард. Лучший альбом. Тима Белорусских. Альбом «Твой первый диск. Моя кассета». Зиверт. EP «Сияй». Артик Асти. Альбом 7, часть 1. Big Baby Tape. Альбом «Драгонборн». Джонни. Альбом «Список твоих мыслей». Слушайте, впервые в России главные музыкальные лейблы страны проанализировали все данные цифровых продаж, платных и бесплатных стримов и выявили победителей в этой номинации. Итак, Яночка, прошу. Вы знаете, тот случай, когда вообще вот прям все достойны, и я бы голосовала за всех. Но я проголосовала... Артик и Асти! Шелест денег! Артик и Асти! Ребята сделали невозможное, друзья, в этом году. И в прошлом году, и в этом уже году. Самый успешный альбом. Коммерчески. Смотрите, какие элегантные, красивые, молодые, талантливые. Это серьезно. Модные, на модных машинах ездят. Такая вот у нас традиция сложилась, что мы получаем все премии из рук Яны Рудковской. Она наш талисман такой вот. Большой, поэтому аплодисменты Яне. Вы знаете, самое главное, наверное, что мы действительно в своих песнях несем такую любовь, что каждый из вас ее чувствует. За это вам огромное спасибо. И спасибо, что голосуете за нас и любите нас. Новое радио Awards. Яночка, а помнишь ли ты, мы сейчас раз говорим про гонорары и про успешные всякие проекты, помнишь ли ты свой первый гонорар за что-то творческое? За что-то творческое? Ну да, помню. Спасибо, этого достаточно. Слушай, ну я же не могу все тайны раскрывать. Нормально, нормально. Давай лучше узнаем, кому еще я принесу удачу как талисман. Новое радио Awards. Лучший сингл. Артик Асти. Грустный дэнс. Артур Пирожков. Зацепила. Хамали и Наваи. Девочка война. Зиверт. Лайв. Тима Белорусских. Незабудка. Итак, прошу. Ну что, я точно понимаю, что я сегодняшний талисман этой премии. Зиверт! Опять она все забирает у всех! Зиверт, да сколько можно? Как она это делает? У нее уже все номинации. И, кстати, я открыто голосовала за Зиверт. Да это и за Асти. В открытом голосовании в эфире Нового радио. Посмотрите, какая роскошная. Модная, стильная. Отлично. Берите меня в пиар. Ребят, песня для меня это не просто что-то, из чего складывается развлечение или какое-то развенивание мыслей при прослушивании. Песня — это лекарство для души. Поэтому если мои песни хоть чьи-то жизни сделают на капельку лучше, то это самая классная миссия на планете Земля, которая только может быть. Спасибо вам большое за вашу любовь, за ваши чувствующие сердца. Браво, Зиверт! У нас следующая номинация — «Прорыв года». Новое радио Awards. «Прорыв года». Тима Белорусских. Зиверт. Гаязов с Бразерс. Нью. Хамали и Наваи. Джонни.
Арзак и Элла. Снова Зиверт! Да что ты будешь делать? Опять она! Не уходи! Вообще это невозможно. Я не знаю. Только на премию нового радио артисту дали три премии, три номинации. Я не знаю. Мне как-то даже немножко стыдно. Может быть. Не стыдно, а справедливо. Не надо стыдиться хитов своих. Может быть, сломался принтер и просто начал печатать эти шесть букв всюду. Следующая номинация – «Латекс года». Спасибо большое, вас очень поздравляем люблю. Тебя. Что за классный вечер. Новое радио «Эвокс». Перед выходом следующего артиста небольшая новость. Ученым все-таки удалось расшифровать самые древнейшие наскальные рисунки египетские где-то в древних пещерах. В них было написано: «А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает. А я мучаюсь от боли, я Тутанхамон VII». На сцене премии «Новое радио Awards». Сергей Жуков! Я очень рад вас видеть. Спасибо, что сегодня побеждает красивая, хорошая музыка. Он тебя целует! Для вас. Далее.
все! И все вместе с вами поем, друзья! А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, к сердцу прижимает, а я мучаюсь от боли. Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел. Слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Хочется удивлять. Я думаю, что сейчас мы как раз постараемся удивить, потому что рукам вверх не хватало всегда здравой какой-то, не знаю, дурачливости, что ли, или безбашенности. Мы всегда были милые, какие-то, знаете, добрые. А вот что сейчас будет происходить на сцене, это полностью заслуга людей, которые появятся сейчас здесь вместе со мной. И я счастлив, что в прошлом году у нас произошел такой разрывной совместный музыкальный трек. Друзья мои, на этой сцене Little Big и руки вверх, вперед! Ну что, послымим, а? Где там молодежь, которая слымилась на Little Big? Подъем! Thank you.
Сколько же уже спета песен, хочется все время, чтобы было что-то новое. И вот спустя 17 лет после песни «Он тебя целует» появилась ответка на эту песню, которая практически называется так же, но звучит абсолютно по-другому. «Она меня целует». От руки вверх для вас. До свидания.
расскажи ему, а я, пожалуй, пойду. С премией «Нового радио» мы с вами переносимся в чудесные времена, когда всем нам было лет так по 18! Подъем! Все, 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 все! Забирай меня скорей, увози за сто морей. И целуй!
еще громче! Петь для вас столько лет. Всего самого наилучшего. Я вас очень люблю. Спасибо! Это была премия «Новое радио Awards». Спасибо большое. Слушайте «Новое радио», смотрите «Новое радио». С вами был Соболев Илья. Спасибо!